Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев выступил перед участниками программы профессиональной переподготовки в Московской школе управления Сколково. Там работала и наша съемочная группа. Вот что передают наши коллеги из Москвы. Сегодня Михаил Игнатьев выступил в качестве эксперта перед участниками программы профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов в Московской школе управления Сколково на тему «Лучшие практики. Опыт Чувашской республики». В своем выступлении Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии 20% населения проживает в моногородах. Это в городах Канаш, Мариинский Посад, Алатырь, Шумерля и Новочебоксарск. Развитие монопрофильных муниципальных образований, формирование новых точек роста и развитие новых производств в моногородах является одним из приоритетов работы правительства Чувашской республики. Обращаясь к участникам обучающей программы, Михаил Игнатьев особо обратил внимание на то, что в Чувашской республике делается ставка на высокотехнологические проекты. Было задано много вопросов. Участники проекта интересовались, как благоустраиваются моногорода в республике, как развивается биотехнологический кластер, просили поделиться опытом создания индустриальных парков. Отмечу, что участниками обучающих программ становятся команды со всей страны. Основная цель совместного образовательного проекта – создание единого пространства работы с проблемами моногородов.